Привет, зритель, ставим лайк и поехали! Близятся новогодние праздники, и вопрос, что подарить близким, становится все актуальнее и актуальнее с каждым днем. Иногда мозг просто взрывается из-за желания сделать отличный и, самое главное, не банальный подарок. В данном видео собраны милые предметы, которые порадуют как детей, так и взрослых. Воздушный шарик со светодиодами. Эта красивая вещица порадует как детей, так и взрослых. Выпускаемые массово надувные шары со светодиодной гирляндой стали модным трендом в 2018 году. Обычно у каждой светодиодной гирлянды имеется 3-4 режима свечения, один из которых беспрерывный, не мигающий. Такие шары выпускаются разных размеров – большие, средние, совсем крохотные. Если родной шарик лопнет или начнет сдуваться, его легко заменить любым другим покупным прозрачным или цветным воздушным шаром. Работает светодиодная гирлянда от трех батареек типа АА, именуемых в народе пальчиками. Изделие в режиме непрерывного свечения может стать ночником. Оно бесспорно будет отличным украшением в период новогодних праздников и не только. Гель для душа в виде бутылки шампанского. Мы выражаем предположение, что выражение «подарить гель для душа» скоро станет нарицательным и примет значение «подарить что-то на отцепись». Но не все в мире так однозначно. Например, гель для душа во флаконе, полностью имитирующем бутылку из-под шампанского, станет отличной идеей, которая удивит принимающую сторону. Ночник, меняющий цвет. Всего за несколько долларов можно заказать в интернет-магазине ночник, меняющий режимы свечения. Чаще всего они выпускаются в виде популярных киногероев, героев мультфильмов или в виде животных. На фото выше самый смелый и добрый робот Бэймакс из культового оскароносного города героев. Копилка для банкнот. Копилка для банкнот подходит для тех, кто хочет накопить серьезные суммы денег. Не во всех странах постсоветского пространства есть весомая мелочь в виде железных монет, поэтому такой подарок может стать очень полезным. Аромаспрей антистресс. Попытка подарить духи или парфюмированную воду сработает только в тех случаях, если даритель точно знает, какой аромат предпочитает адресат. А вот антистресс-спреи – это очень стильный тренд в уходящем году. Мисты для сна действительно помогают уснуть. Брызнуть самую малость средства нужно на подушку или на пижаму. Книжка размером чуть более спичечного коробка. Вещица действительно удивительная. Не подойдет разве что для очень близоруких людей. Шрифт в таких книжках абсолютно читабелен. Произведения мировой классики в миниатюре станут очень ценным заменителем гаджетов, к примеру, в маршрутном такси по пути на работу. 3D-ручка. При помощи этого модного изобретения, так называемого 3D-принтера, в каждый дом можно нарисовать любые предметы. Это самый дорогой из предметов в данном материале, но он того стоит. При помощи такой ручки можно нарисовать что угодно. Макеты Эйфелевой башни, кашпо для цветочного горшка, любого любимого персонажа в двух или трех измерениях. Гайдов по использованию таких ручек превеликое множество в сети. Что нельзя дарить? Даже если на покупку подарка есть достаточно времени, легко поддаться соблазну и начать сметать безвкусные новогодние безделушки, выполненные в виде символов предстоящего года по китайскому календарю. От такой практики лучше отказаться, тем более, что нередко за стоимость банального сувенира можно купить что-нибудь более осмысленное. Хорошую книгу, небольшой набор посуды. Исключение составит разве что тот случай, когда подарок предназначается человеку, собирающему подобные предметы в качестве хобби. Другую группу подарков, которые надо избегать, составляют духи и косметика, включая декоративную. Скорее всего, будущий даритель не сможет правильно подобрать нужный аромат или оттенок, и не будет знать, для какого типа кожи или для каких волос потребуются крема, маски, лосьоны и прочие подобные средства. Примерно по тем же соображениям не стоит дарить одежду, особенно нижнее белье. Если, конечно, подарок не предназначается близкому члену семьи. Размер еще можно изредка угадать, а вот предпочтения нет. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.